Спектакль «Обещание на рассвете» Московского театра имени Пушкина открыл в Ульяновске фестиваль «Золотая маска». В главных ролях Александра Урсуляк и Андрей Заводюк. Спектакль поставлен режиссером Алексеем Кузьминым Тарасовым и художественным руководителем Евгением Писаревым по автобиографическому роману Ромена Гари более 5 лет назад. В 2016 году он вошел в лонглист премии «Золотая маска». Этот проект живет уже 7 лет. Это 7-й раз, когда к нам приезжают лучшие спектакли России, лучшие режиссеры, театральные художники, лучшие премьеры сезона. И в этом году наша афиша не стала исключением. Мы принимаем у себя 2 замечательных театра, 2 замечательных спектакля. По словам организаторов фестиваля, программу продолжит 11 и 12 сентября спектакль «Медведь» по произведению Антона Павловича Чехова. Это совместная постановка театра Центра драматургии и режиссуры и Международного театрального фестиваля Чехова. Спектакль стал участником внеконкурсной программы фестиваля «Золотая маска». Второй спектакль – это спектакль «Медведь» в режиссуре Владимира Панкова, где тоже 2 блистательных артиста играют, Елена Яковлева и Александр Феклистов. Мы знаем, что к нам здесь очень хорошо относятся. И мы очень дорожим этими отношениями, мы их очень ценим. И эти отношения, это и с нашими коллегами, и с замечательными ульяновскими зрителями. Министр искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова напомнила, что гастрольная программа не единственная, что связывает Национальную театральную премию с Ульяновском. Народная артистка России, лауреат государственной премии Кларина Ивановна Шатько, являлась лауреатом театральной премии «Золотая маска». В этом году мы приняли совместное решение с Натальей Александровной и очень благодарна Владимиру Александровичу Золотарю, который здесь находится. Мы вас приветствуем, Владимир Александрович. Он согласился стать главным режиссером нашего театра. И, собственно говоря, его спектакли также отмечены этой выдающейся театральной премией. Региональная программа фестиваля проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда президентских грантов. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.